Привет, дорогие! Поговорим сегодня про то, как обновлять защиту от солнца в течение дня. Первое – это солнцезащитный кушон. Это очень удобный формат солнцезащитного средства в виде пудреницы, которым удобно обновлять солнцезащитный крем в течение дня даже на поверх макияжа. Второй вариант – это солнцезащитный стик. Это твердый формат, который очень удобно наносить с собой. Также вы можете, не пачкая руки, наносить, обновлять солнцезащитные средства в течение дня, где бы вы ни находились. Какой вариант вам нравится больше?